Браун, Абба, Бонни М в исполнении домры, балалайки и аккордеона. Необычную программу готовит оркестр русских народных инструментов Хабаровска к своему дню рождения. 8 лет назад артисты начали вводить в моду национальную музыку. Лихие балалаечники и гусляры исполняют классические произведения в народной обработке, а также советские и зарубежные шлягеры. У нас есть поклонники, у нас есть свой зритель, у нас есть люди, которые в первый раз попадают на наши концерты. Они уже практически всегда приходят на наши выступления. Хотелось бы людей добавить, человек так 40, оркестр. Сейчас оркестр состоит из 15 музыкантов. Антон Елистратов в коллектив пришел около 3 лет назад, отвечает за балалайку контрабас. Справиться с таким инструментом под силу лишь самым крепким парням. Поначалу я подумал, а почему балалайка контрабас? Почему я хотел на балалайку приму? Но на балалайке прима нужны очень техничные парни. Затем я привык, и мне, если честно, даже... Я рад, что меня поставили на балалайку контрабас, потому что здесь балалайка, она играет басовую функцию. И, как говорится, в оркестре она несет фундамент оркестра. Максим Абеленцев музыкальную карьеру начал с игры на балалайке, затем взялся за баян, а спустя время стал главным по ударным. Вообще раньше было только малый барабан и тарелка. А потом, долгое время... Просил, чтобы мне установку наконец-то приобрели. Мы очень много эстрадной музыки играем. И просто мало барабан, тарелка, это очень мало для оркестра. Художественный руководитель оркестра Ася Фурта в меру строгая мама для коллектива. Взять в руки дирижерскую палочку ее когда-то вдохновила знаменитая Вероника Дударова. Лауреат международных и российских музыкальных конкурсов, педагог Краевого колледжа искусств, коллегам требовательна. Для того, чтобы впечатлить слушателей, артистам такого необычного жанра приходится работать гораздо усерднее, чем исполнителям привычной классики. Хотелось бы, чтобы люди в коллективе ответственно относились к работе, и к самим себе в первую очередь. Готовились к репетициям, приходили с настроением и так далее. Несмотря на то, что тяжело, что получается у многих это вторая работа. Ежедневные вечерние репетиции по 2,5 часа – обычное расписание для артистов накануне важного выступления. Хиты зарубежной эстрады прошлого века музыканты исполнят уже на следующей неделе в Краевой филармонии. Артисты надеются, что со временем коллектив пополнят выпускники колледжей искусств и консерваторий. Раньше был приток, сейчас отток студентов, учеников. Нас мало. Оркестр должен быть большим, а нас, видите, как мало. Мы справляемся со своей задачей. Народ начал ходить на нас, слушать. У нас полные залы. Поэтому мы свою миссию выполняем. К 160-летию Хабаровска коллектив готовит особую программу. Подробности держат в секрете, однако намекнули. Выступать, скорее всего, будут сводным оркестром вместе с учениками музыкальных школ и хором. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События.